Ну що, з бровами розібралися, я думаю, що трішечки допомогли, як вам обрати свою форму, свій колір, ширину, товщину. А зараз будемо говорити так само на актуальну тему. От наші мами, жінки зібрали своїх діточок уже на 1 вересня, відправили спокійно вже навчатися, час подумати і про себе. Зокрема, про те, як доглядати за своїм обличчям, за своєю шкірою восени. З приводу цього запросила до нас в гості косметолога Оксана Мігіде. Доброго раночку. Дякую, що знайшли час. Ну, розказуйте, літо, ми всі такі гарні, засмаглі, а тут починається осінь, починаються проблеми зі шкірою. Я це зі свого особистого досвіду можу сказати, що це за проблема і як доглядати. Дійсно, ви совершенно праві, тому що сонце дуже сильно нас любить, але, к сожалению, воно може принести нам і не дуже приємні сюрпризи. Які? Да, в першу чергу, що сонце робить? Це негативне воздействие ультрафіолетового излучення, лучей сонячних. Они могут привести к большому пересыханию кожи, то есть кожа становится очень сухая, а сухая кожа, какой она имеет вид? Не очень эстетичный, это обезвоженная кожа, на ней появляются морщины, появляется плохой тонус кожи. Поэтому после лета мы делаем большой акцент на то, чтобы увлажнять кожу. Угу. И поэтому, когда люди обращаются к косметологу, то это причина номер один. Сухость, вот это стянутость постоянная, да? Вот мне тоже такое осень, я думала, может, не тот продукт, который я покупаю. Но это нормально, как оказывается, что после солнца сухая кожа, да? Действительно, поэтому мы пользуемся моментом, то, что у нас пока осень, это прекрасная пора для косметологов. После лета мы начинаем восстанавливать кожу при помощи увлажняющих средств. Мы делаем различные увлажняющие процедуры. Это, конечно же, увлажняющие маски для лица. Если мы говорим о косметологических процедурах либо о медицинских центрах, то там будут идти инъекционные методики, на основе которых идет гиалуроновая, в основе которых будет гиалуроновая кислота, это королева увлажнения. Это препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, это будут процедуры биоревитализация либо мезотерапия, которые также очень хорошо увлажнят кожу. Да, то есть и крема мы должны покупать с гиалуроновой кислотой, да. И не питательный, а увлажняющий. Совершенно да? верно, потому что питаем мы кожу зимой, а летом, весной и осенью мы кожу увлажняем, особенно осенью, то, о чем мы сейчас говорим. Но есть еще одна такая проблема, солнце оставляет следы после себя на лице, пигментация, да, такое понятие, как быть в этой ситуации. Совершенно верно, потому что можно так сказать, что осенью у косметолога открытые двери, потому что все женщины приходят расстроенные, они за собой немножко не следят летом, потому что я всегда говорю, проблему легче предотвратить, чем ее устранить. И нужно всегда в активное солнце пользоваться солнцезащитными средствами. И, к сожалению, когда женщины этого не делают, то солнце оставляет пигментные пятна на лице, то есть идет неправильный выброс меланина. Поэтому осенью это актуальная проблема. Что мы делаем? Мы боремся с пигментацией. Если это будут процедуры у косметолога, то в первую очередь косметолог вам посоветует пройти сезон пилингов, курс пилингов, вернее. Также можно сделать мезотерапию, в составе которой будет витамин С. Это препарат, который очень активно разрушает меланин. Ну, а если в домашних условиях... Да, вот интересно, потому что это все прекрасно, все эти процедуры, но не всегда на это есть время, возможности, как дома быть красивой, делать себя красивой. В домашних условиях вы также прекрасно можете и сами себе помогать, потому что, я думаю, в каждом доме найдется лимон, да? А в лимоне большое количество содержания витамина С. Поэтому различные маски, различные тоники на основе витамина С помогут вам осветлить кожу и помогут вам убрать пигментные пятна. А если мы с вами говорим об увлажнении, пользуйтесь, пожалуйста, увлажняющими масками. Делайте их самостоятельно. Сливки, оливковое масло также помогут увлажнить вам вашу кожу. Но, пожалуйста, хорошо затем очищайте ее, потому что эти средства, они тяжелые, и чтобы они не забивали ваши поры, затем маски эти нужно хорошо-хорошо смывать. А как часто нужно делать маски? Я рекомендую делать маски примерно раз в неделю. Достаточно будет, да? Еще я хотела бы вам сказать, что когда вы дома ухаживаете за своим лицом, обращайте, пожалуйста, то, чем вы это делаете. Ведь это прекрасно и замечательно перевернуть упаковку какого-либо косметического средства, прочитать на нем состав. Там все пишется, какие витамины входят в состав. Вы это можете все приобрести дома и делать это в домашних условиях.
условиях. Например, витамин А – это прекрасный антиоксидант, который обладает хорошим, мощным регенерирующим действием. Регенерация кожи, то есть обновление кожи. Особенно, если мы с вами говорим сегодня о сухости, то, что происходит с кожей после лета. Если мы обратим внимание на руки, вот особенно на ножки, мы можем иногда видеть даже трещины, да, либо какие-то ранки, вызывающие от сухости кожи. Вот именно витамин А поможет заживлению кожи, а витамин Е поможет прекрасно увлажнить кожу. То есть, ну я как-то всегда скептически к этому относила. То есть, я, да, читала рецепты, купить витамин А, витамин Е, глицерин, это потом все смешать и как домашний кремчик такой сделать, да? Конечно. А как его хранить потом? Потому что я как-то сделала, и он на следующий день что-то как-то пропал, у меня свернулся, вот как? Научите нас. Я думаю, возможно, было ли неправильно подобрано количество ингредиентов, составляющих. Если сделать правильно этот крем в домашних условиях, вы можете его спокойно в закрытой баночке хранить в домашних условиях в холодильнике. Но опять же, это кремы, которые хранятся не более одной недели. Лучше все-таки в домашних условиях делать увлажняющие маски на натуральных ингредиентах, которые вы все найдете у себя в домашних условиях. Ну вот, много кремов, и дорогих открываешь, и не очень, состав глицерин. Вот о нем ходит очень много споров. Некоторые говорят, что не должно их быть дорогой косметики этого глицерина, что это неправильно, что это дешево и не полезно. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот, как его использовать? Я также не очень рада, да, когда есть все-таки в составе глицерин. Если мы возьмем профессиональную косметику, которая работает косметологи, либо медицинские центры, то там вы очень редко, даже, возможно, не найдете в составе глицерин. Потому что глицерин очень сильно закупоривает поры. Да, и действительно, если вы используете косметику в домашних условиях, то я буду сомневаться немножко, что вы потом правильно очистите свое лицо. И поэтому глицерин закупорит поры и вызовет комедоны, раздражение, дерматит. Ну, лучше не нужно этого делать. Да, потому что некоторые люди даже в чистом виде его наносят на кожу. Это такие бабушкины рецепты, я бы сказала. Купите витамин А, купите витамин Е, пожалуйста, добавляйте его там себе в крем, на пальчики и также наносите на лицо, это будет прекрасное увлажнение, прекрасный эффект регенерации лица. Ну, и знаете, когда вот лицо все-таки увлажненное, это эффект молодости, это красивое лицо, оно сияет, нет морщин на лице. И, пожалуйста, покупайте себе в домашний уход средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота. Кстати, хочу сказать нашим зрителям, что в следующий раз мы сделаем такой домашний крем в прямом эфире. Сегодня мы так обобща говорим об уходе осенью. Гиалурон. Также кислота, ее продают вот отдельно в таких ампулах. Это хорошо или нет? Это хорошо. То есть эффективно будет просто помазать лицо? Эффективно. Да. Я очень сильно люблю гиалуроновую кислоту. Я ее называю королева увлажнения. Потому что одна молекула гиалуроновой кислоты, попадая на кожу человека, способна к себе притянуть более 1000 молекул воды. Вы представьте себе, какой вообще мощный идет эффект увлажнения. Конечно, возьмите себе ампулу, содержимое ампулы гиалуроновой кислоты на кончике пальцев, внедрите это на лицо, на область шеи, зоны декольте. Мы помним, что у женщины лицо, оно заканчивается там, где декольте. Декольте, да. Да, поэтому мы внедряем гиалуроновую кислоту мягкими похлопывающими движениями и затем увлажняющий крем. А есть какой-то близкий родственник гиалуронки, но более дешевый вот дома? Ну, это витамины Е. Витамин Е, да, да, все-таки. Хорошо, и вот еще один такой вопрос. Визажисты – это одно, но я к вам как косметологу спрашиваю. Вот летом мы не пользовались плотными тональными кремами, более там флюиды, BB-крема. Как осенью быть с этим? Уже можно перейти на более плотный продукт? Вот, что действительно, вы скажете? Осенью я допускаю, разрешаю девочкам пользоваться BB-кремами. Они не такие плотные по своей текстуре, они не так будут забивать ваши поры. Но я как косметолог, я все-таки противник тональных кремов. Это я вам так по секрету разрешаю, но все-таки, если у вас есть какие-то дефекты, скажем так, да, неприятные изменения на коже, лучше пользуйтесь корректорами локально. Вот подкорректируйте себе эту зону, где у вас воспаление, и затем припудрите лучше лицо. Это вам придаст также эффект бархатистости, молодости, и красивое будет лицо. Я поняла. Спасибо вам большое. И давайте все-таки вот подведем такое, да, подрезюмируем наш разговор. Основные правила ухода за кожей осенью. Вот что должна делать каждая любящая себя девушка, которая хочет быть красивой? Правило номер один и основное правило – это увлажнение. Чем хотите? Увлажняющие маски, увлажняющие крема. Мы сегодня с вами вспомнили даже про гиалуроновую кислоту. Пожалуйста, увлажняйте свое лицо.
Увлажненное лицо вам обеспечит как можно дольше молодость. И личико не будет увядать и не будут появляться морщины, потому что солнце очень негативно разрушает коллаген, эластин, это именно то, что отвечает за молодость кожи, а увлажнение поможет вам сохранить эффект молодости. Спасибо, спасибо вам большое, Оксана Мегида, косметолог была у нас в гостях. Пользуйтесь нашими советами, будьте красивыми, хорошего вам продолжения дня.